Здравствуй, мой дорогой. Unbottling – специальная версия. Сегодня мы будем с тобой раскупоривать баночки разными стандартными и нестандартными способами. Пойдем, популяем по баночкам. Что в нашем меню сегодня, в нашем славном баре? Балтика «Золотая бочка» – этот выпуск мы смотрели вот здесь вот. А это еще «Мистер Лис Сидр». Алкоголем 4,5 оборота, яблоко, объем 0,43 и здесь объем наебали. А пить мы это не будем. Ну его нахуй. Мы это лучше будем расстреливать. Разъебываем. Зарядить, приготовиться. Добито. Банки кончились. Алкоголь зло, и его нужно уничтожать. Будем еще глубокомысленные мысли? Дим. Ну, это, в принципе, норм. Достаточно глубокомысленно. За культуру питья! Что у нас там? Уважаемый гость! Гвоздь. Наш уважаемый гость тоже решил присоединиться к этому замечательному времяпровождению. Хочется что-то интересного. Константин? Приступим. Работаем? Да. Хорош. А, красиво. Это к вопросу о гламурном этом, маникюре. Какой будет маникюр? Да ебать, слушай, как антяшка заряжается. Потому что немножко другая технология, смотри. Нет, просто ставь как автоматный его вот сюда, угу. И продавливай вниз. А сразу не мог сказать? А надо было посмотреть, как ты будешь мучиться. И рукоятку. Все, и здесь у тебя пальцы ничему не мешают, спокойно работают. Угу. Зарядить, приготовиться. По готовности огонь. Да что такое? Давай-ка. Хватит баловства. Берем АК. По готовности огонь. Ах ты, сука. Да бля! Бля, она заговоренная, что ли? Разряжай. Осмотрено. Контрольный. Предохранитель ствол вверх. Ну? Или вниз. Ну, или вниз. Бля, у меня что-то уже рука устала. А пиво еще. Кость! Да. Помоги, а я вот эту херню да раздолбать. Давай. Следующий. Да. Стоп. Фокус. Готов. Все готовы? Угу. Готов. Страйк. Красота. На тебе, сучка. Добиваешь лежачего? И ты не уйдешь от правосудия.
Маленький приятный бонус. Вот то говно, которое пить нельзя, мы его все-таки уничтожим правильным способом. Чё? Добивай. А он ещё жив? Не. Контрольный. Ебалась. Контрольный был лучше всего. Бесславный конец. Бесславного ублюдка. И маленький бонус для нашего оператора, который оказался возмездным. Но все равно приятный человек. Два дня с нами работал. Гринч, твой выход. Зарядить, приготовиться. Сейчас я еще для себя напишу. Автомат Калашникова 7.62x39, классика. Пробуем. Мазила! Блять. Красавчик. Исправился. Да ёб твою мать. А ты насквозь её пробил? По-моему. Да. Красава! Хэт-трик! Добивай! Так ее, так ее. Все. Держи. Гриш, ну в итоге убил все. Контрольный. А, пойдем посмотрим одну штуку интересно. Смотри! Прям офигенное попадание. Хрена себе! Прям вот это четенько разошлась. Да все нормально. Мне тебя жалко. Не, не, да, бля, попасть. Надо в нее еще попасть. Я ж горю. Диман. Да! Да я ж знал. Лучше отойди, Дима, у тебя есть еще шанс. Миша, добро пожаловать. Да иди ты нахуй. Да. Вопрос. Как называется такая игра? Да. Да. Да, сука! Что ж, мой дорогой друг, это была спецверсия вдогонку к нашему основному большому выпуску на основном канале А. различных строительных материалов, мы не удержались и потестировали еще различные пивные напитки. Господа, обнял. Надеюсь, вы мне завидуете. Девчонки, было весело. До новых встреч.